подписчики, вы на канале Флиппи 36. Ну и что ж, сегодня мы продолжаем проходить игру Five Nights at Freddy. 5 ночей с Фредди. Ну, в его пиццерии, где мы работаем за охранника, и наша роль не дать аниматроникам пройти в нашу комнату, сожрать, убить нас или что-то так. Фух. Мы остановились на третьей ночи. Мы уже в новой версии, нормальной. Так, загрузка. Так, вот мы ночью в 12 часов пришли. Только, пожалуйста, не бубни 3 часа. Камера залагала. Кто-то из аниматроников уже сразу ушел. Ничего себе! Где Чика? Так, отклоняем этого. Чика на кухне. Уже не на кухне. Так. Кто не смотрел прошлую часть, посмотри. Так, где Чика? Ага, она на 7-й. Ну, как я понял, Чика в этой части обычно обитает. На кухне, здесь и в этой части. Бонни же, Бонни на месте. Обитает вот в этой части. Интересно, а Фредди сегодня не будет? А также не обращайте внимания, если я Фокси буду называть Расселом. Ну, тот, кто шарит за мой контент, не считая Фнафа, тот поймет. Где Чика? Чика на 7-й. Ну, вроде бы как, пока вообще никто не близко. И все безопасно. Ну, почти. А почему я просто не могу свалить с работы? Ну, бежать. Не знаю, как-то. Так. Где Чика? Как она здесь оказалась? Как? Кстати, я могу смотреть, если Чика или нет, если включу свет. Ну как она так быстро здесь оказалась? Она на 4-й, а? Бонни на месте. А чё, Фредди не? А, Фредди тоже на месте. Интересно, а проснется ли на этой ночи Фредди? Будет очень интересно. И какая у него особенность? Опять она! Чика, ну не офигевай! Второй раз подряд идти ко мне. Так, она ушла. Чёрт, Фокси. Фокси, это плохо. Я бы даже сказал, ужасно плохо. Потому что я его в этой игре ненавижу больше всего. Ну, из Бонни, Чики и Фредди. Хотя я даже с Фредди еще не играл. Где Чика? Чика еще на 4А. С Чикой. Ага. Так, но ее здесь нету. Уже 2 часа ночи. И мы живем. Куда Чика могла уйти? Аниматроники могут тусить в 6-й закрытой камере? Так, тихо. Я слышал кого-то из них. Так, экономим заряд. Куда Чика делать? Бонни! Уже 2 часа ночи, и Бонни никуда не делся. Но это рекорд, пацаны. Так, ну, нету пока никого рядом прям. Я бы даже сказал. И уже 3 часа ночи, и тут Чика была. Так, как я понял, вам. Давай закрывай! Он не успел закрыть! Я этого Рассел. Ой! Фокси ненавижу просто. Ну чё, по новой? Продолжаем проходить.
Чика уже на седьмой, а было некоторое время в столовке. Фокси, если ты сегодня побежишь, не знаю, что я с тобой сделаю. Так. Чики здесь нету, она, наверное, на седьмой еще. Опа, Чик. Она уже на четвертой. Явно, я уже знаю, что она придет. Чики нету здесь. Меня это, честно говоря, не радует. А где Чика? Куда она пропала? Куда Чика пропасть могла? Ё-моё. Дальше что нам делать? Я не знаю. Где она? Это мой главный вопрос. Чё я отвлекся от главной мысли? Ну, она, походу, на шестой тусит, закрытой. Но у меня других положений нету. Может, там на кухне? Да, она на кухне. Все отлично. Уже 3 часа. В 3 часа у нас, я запомнил, пропадает Бонни. А Бонни? Чё? Где Фредди? Пацаны. У нас пропал Фредди. Чика на первый. Где все? Где они все? Так. Вроде бы никого нету. Чика на седьмой. Бонни на первой. А где Фредди? Чика уже на четвертой. Не знаю. Я даже не знаю способности Фредди. Уже 4 часа живем. И где может быть он? Слушайте, вот камера шестая, у меня есть на нее теории. Даже много. Может ли там ныкаться наш Фредди? Либо же Фредди скрытный. А вот эти вот глаза разве были здесь? Ё-моё. Так, где у нас все? Так. На первый. Чё-то здесь. А вот Бонни где? Мы еще и потеряли Бонни. Отлично. Просто при... Фокси. Даже не вздумай. Ага, Бонни на пятом. 5 часов. Так, кто-то на второй А. Чика пропала. Все накаляется. Мне страшно. Страшно. Пожалуйста, дайте мне выжить. Куда Чика пропала? Ага, она на первой. Тихо! Кто здесь? Кто здесь? Идите сюда. Рожу всем набью. Где Фредди? Мы же здесь Фредди что-то задумал. Так, ладно, отлично. Бонни мы уже поймали. Бонни здесь нету. Чика где?
Кто на четвертый? Бонни у нас где? Где Бонни? Да! Вы хоть бы знали, сколько я попыток потратил. У нас пропал Фредди, но неизвестно куда. Вот это вот тоже меня пугает. Четвертая ночь. Это было потно. Ну, давайте сейчас четвертую ночь попробуем пройти. Так. Вот мне опять звонит чел. Он мне чел каждую ночь звонит, чтобы поразговаривать несколько часов. У нас с лету пропадает Чика. Чика у нас была только на первой камере. Алло. Так, все. Меня это уже с лету напугало. А ночь может длиться все длиннее и длиннее. Ну, после того, как с каждой ночью все тяжелее и тяжелее, типа. Так. А, я вспомнил, я один раз переигрывал и замечал Фредди. Он отличался от всех своей скрытностью. Я вспомнил, я один раз, когда переигрывал. Где Чика? Так, Чики у нас нету. У нас шестая камера открылась? Нет. Что там у нас на первой? Так, ну все на месте, кроме Чики. Чика у нас вообще где-то далеко. О, уже час ночи. Неплохо. Не, походу все ночи длятся одинаково. Не знаю. Так, что там с Фокси? Ну, Фокси здесь у нас, как всегда. Сидит. Фа. То, что игра на несколько секунд залагала, меня напугало. Ну, будто бы скример сейчас выскочит. Блин, почему бы тебе просто, чувак, не уволиться? Так, Чика уже на четвертой, а? Все пропали опять! Вот опять там какие-то глаза. Бонни на пятой. Где Фредди? Ладно. Где же наш Фредди? Что уже на час ночи пропал? Блин, где все? Зачем я это спрашиваю, если у меня есть видеонаблюдение? Камера видеонаблюдения. Да меня Фокси поймал! А как спрятаться вообще от Фокси? Тоже напишите в комментах, как скрыться от Фокси. Я не понимаю, я просто не успеваю. Типа, нужно быть очень быстрым и не разевать рот на то, как он там бежит ко мне. Ну, не знаю, что-то у меня игра так не включает. Ну, в общем, мы прошли третью ночь и попробовали четвертую. Все очень жутко. Поняли, думаю, уже всех аниматроников, которые есть в этой игре. Но четвертую и пятую ночь пройдем в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр. Всем пока. Удачи. С вами был Флип 36.